think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят. Ну что, мы продолжаем сегодня нашу игру растения против зомби. И у нас сегодня будет штурм 15-й волны. Будем пробовать ее пройти. Также я хочу попробовать сегодня завалить вот этого нового босса, которого я вызвал. Вот так вот. Зомби атак называется. Не знаю, что это такое, но в общем, как его получить. За квесты. И мертиша какая-то, не знаю. За выполнение квеста вы можете активировать босса и призвать его. То есть 35 таких итемов за выполнение ежедневных квестов. Вы, соответственно, можете затащить. Ладненько, побежали. Попробуем сейчас ее затащить, потому что хочу попробовать 15-ю волну зафармить. До 14-й, в принципе, налегке дошел, а вот с 15-й посложнее будет, там большие уже зомбаки идут. Так, смотрим, что тут у нас. Ого, нифига себе, это она одна. Первый раз ее бью, не знаю, как ее бить вообще. А, вот ее жизнь. Нифига себе. А тут еще не все зайдут эти юниты. Офигеть. Она сейчас просто меня тупо... Черри. Нифига себе, как черри зафигачила. Интересно. Да блин, а у меня нечего усилять. Ну ладно, поехали. Это тоже сразу стакло. Ну вот все. Жмем рейди. Это жесть. Понятно вообще, что ничего не понятно. Кабачки здесь реально не тащат. Так. Они нафиг здесь не нужны. Какие эти растения. То есть тут надо дальники атакующие. Ну попробуем сейчас. А вот пошли зомбаки в ход. Может и кабачки не нужны. Жесть, конечно. Понятно, что ничего не понятно. Я думал, тут будет посложнее, хотя, в принципе, может и посложнее. Это левел небольшой. Жесткая. Так, сделаем симметрию. Ну, времени нет, на время тоже, в принципе. Так, ставим дракончика. Да, дракона она быстро разваливает. Ненадолго его хватило. Все? Победили, ну как-то легко. На 3 звезды, быстрая победа. 42 и 5 левела получили. Пони. Пони лошадка, не знаю, поехали посмотрим. Плюс 1. Нифига себе, нифига себе, не, ну заради таких плюх, блин, ну ничего так пойдет, ради таких плюх можно ее бить, вызывать. То есть получается в среднем где-то раз в 2-3 дня можно призвать этого босса. Прикольно. Жалко, конечно, что не дракончиков дали. Так, хорошо, с этим разобрались, поехали. И это я поубивал, поехали сюда. 15-й этап, я уже первый прошел, поехали, будем пробовать дальше. Ну тут, конечно, жесть полная.
сложно. У меня уже тут юниты захреначены. Так, тако. Поехали. Let's go, baby. Посмотрим, что у нас сейчас получится. У меня уже даже набафаны герои под этим лимоном. Все равно жестко. Так, кукушки. Ну, пока вроде держимся. Посмотрим, что будет дальше. Так, нас застанили с Лиганца. Это не особо страшно. Ай-яй-яй-яй. Блин, сейчас Пресли, если зафигачит. Нормально, успели. Падла перекинул. Вот это вот сейчас будет самый трэш. Самое жесткое здесь. Надо успеть его. Ай-яй-яй-яй-яй. Ух. Так, ну еще чуть-чуть. А нифига себе, еще идут. Да вы что, угораете что ли? Как мне их убить? Это жесть. Тут даже эта фигня не спасет. Ну вот это жестко, конечно. Но что я могу им сделать? Блин, мы не успели мелкого добить. Жестко. Давайте еще разок попробуем. Но здесь, конечно, это просто вон 15 уровень. Так, даем всем така. Делаем из них жестиков. Да, тут надо, короче, копить полностью все на самый последний момент. Уже даже под бафами, я вам так скажу, сложно. Зря я, конечно, наверное, туда дракона поставил. Видите, падла резнул. И Элвис это хуже всего. Блин, вот как хочешь, так и спасайся от них. Ух, вроде затащили. Жесть, это только 15-2. Мы потратили практически все уже эти попытки. Ну, это жестко, конечно. На 15-3 я не знаю, что сейчас мы будем делать.
Так, эти мелкие начинают напрягать меня. Так, нам надо еще одного дракончика поставить, а то это не дело. Ну, добьешь? Да ну нафиг, это как так? Ну, потянем время, может сейчас заберем еще каких-то юнитов. Жестко. Блин, не хватит нам, наверное, на этот. Не успели. Но затянули немножко время. Так, что делаем? Делаем перестановочку. Пробуем так, ставим 3 сюда. Делаем его улучшение. Делаем улучшение 3 здесь по центру. Их пока выносим вперед. Так, у нас есть возможность. Я сейчас возьму, наверное, усилку оставлю. Поехали. Чтобы у нас было усиление. Поставим лимона сюда. Так, тут можно заморозочку закинуть. Надо еще драконами подусилить. Да, все идут через низ. Жестко, жестко, ребята. Ух, ё. Надо подрывать. Других вариантов нет. Так, они мелкого закинули. Блин, что тут делать внизу, хрен его знает. Сейчас нас, наверное, тут жахнут. Не успею я ничего сделать. Ну, кабачок, бей! Блин, пипец. Ну! Да добейте вы уже! Это жесть. Блять, обидно. Ну, дальше еще, мне кажется, будет сложнее. Ну, как видите, где-то очень рядом нам чуть-чуть не хватает. Это жесткие волны пошли. 15-е. Блин, кайф. Вот в этом весь кайф, посидеть, попробовать. Тактика, разные вариации. Ну, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Играйте, подписывайтесь на канал и вступайте в клуб. Всем удачи, всем пока.